Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. И сегодня вот все-таки я сделала мини-версию вот этого вот кардигана от Brunello Cucinelli. Вот, видео длинное, подробное, поэтому хоть это и мини-версия, здесь очень много таких нюансов. Вот, цельновязанный капюшон, он цельновязанный, вот, не пришитый. Далее молния, смотрите, и далее карман. В шве. Эти моменты все я разбираю очень подробно. Поэтому, даже если вы не собираетесь вязать этот кардиган, посмотрите видео, вот даже ради молнии и кармана. Да и капюшон, я думаю, вам пригодится. Почему рекомендую посмотреть именно сейчас? Потому что день до следующего видео я буду читать комментарии. Потом они у меня теряются, я их просто не вижу. И могу первый день после публикации видео, сутки, я буду отвечать на вопросы. Потом я их просто не... Оно уже опять затеряется, как и все остальные видео. И я не в состоянии ответить на все вопросы. Поэтому хоть на перемотке, хоть как, пересмотрите, что где непонятно, я буду отвечать на вопросы 24 часа после публикации. Вот на перемотке, либо на ускоренном просмотрите хотя бы те ключевые моменты, которые я показала все, что хотела. Смотрите, спрашивайте, вяжите. То, что будет в видео, значит, видео будет длинным, много у нас нюансов, некоторые я еще не совсем понимаю, как я буду это все делать, там по поводу планки у меня вопросы, вернее, совмещение планки с капюшоном. Ну ничего, я думаю, я дойду к этому на протяжении процесса. Вот, и объяснять, соответственно, буду на ваш размер, то есть вы будете считать на свой размер, ну как всегда, все как всегда, девчонки. Вот, еще под первым видео там много нюансов, вопросов, вернее, корректировок пришло, написано, ну немного, есть корректировки от подписчиц, я постараюсь на все как бы такие спорные моменты ответить, с некоторыми я соглашусь, с некоторыми не соглашусь, поэтому все озвучу в этом видео, все мои предположения и нюансы. Вот, опять я рисую корявого человечка, как всегда. Первый нюанс, вернее, первый совет от зрительницы, которая я мерила, как бы советовала совет по ширине, тут я с ней соглашусь, видите, у меня этот момент вылетел из моей головушки. Вот, что ширина меряется, вот при раздвинуты руки в сторону, от локтя до локтя, вот это и будет ваша ширина изделия. Вот она, потом привяжется манжет, и как раз чуть ниже локтя у вас будет вот это все заканчиваться. Так что самый оптимальный вариант, мы меряем от локтя до локтя. Вот, допустим, у меня это около метра. Итак, вязать я буду вот такой вот пряжи, она у меня 800 метров в 100 граммах, два сложения, то есть 400 метров, но это все не важно, девчонки. Я, допустим, я не буду тут вычислять по плотности вязания, потому что это образец, образец я буду вязать на произвольный размер. То есть вы, что вы делаете, вы меряете от локтя до локтя ширину вашу, и на эту ширину вяжете образец, плотность вязания определяете, и по плотности вычисляете, сколько вам петель нужно набрать. Вот, набираем петли мы итальянским методом, то есть качели, 2, 3, 4, 59, 60 петель. Подробный этот набор петель у меня есть на видео. Кто не, как бы, не подхватил, не ухватил, это все есть, девчонки. И останавливаться на этом всем я не вижу смысла, потому что я задерживаю других. Значит, я набрала 30 петель, сейчас, ой, 60 петель, сейчас пока я повяжу, я немного с вами поговорю. Значит, тут мы знаем, да, что вяжем резинкой 1 на 1 и смотрим, где у нас лицевая. Оно видно. Здесь уже по узору как бы вяжем. При этом наборе это прекрасно видно. Я оставлю под видео ссылочку на этот набор петель подробнее. Вот, и медленнее вы перейдите, кто не знает, и научитесь набирать так
петли. Так, что я хотела поговорить с вами по поводу спиц. По поводу спиц, девчонки, берите намного толще, чем рекомендуется, потому что вязка рыхлая достаточно, свободная, рыхлая, и пряжа должна быть такая падающая, да? Вот то, что я говорила в первом видео, на первое видео. Я тоже ссылочку поставлю, может вы там из него, там экспресс обзор этой модели, может вы из нее что-то тоже полезное для себя возьмете. Вот. Итак, я вяжу на 60 петлях. Что касается длины, девчонки, длину мы определяем каким образом? Меряем длину. Вот, отвлекаюсь, но не важно. Я уже скажу то, что я хотела, потому что, значит, длину изделия. Она, понятное дело, у нас кардиганчик длинный. И мы сейчас вяжем до вот этой вот точки, потому что здесь у нас будет скос плеча до локтя, а локоть у нас находится вот как раз примерно у проймы, если опустить руку. То есть сейчас мы вяжем до точки проймы. Так, вяжу. Если вы вяжете, да, большую модель, я буду рисовать здесь как бы большую, то вы где-то 5-6 сантиметров у вас уходит на вот эту вот резиночку. Вяжем 5-6 сантиметров резиночкой. А далее перейдем на платочную вязку. Все-таки я уверена, что там платочная вязка. Несколько человек писали, что не платочная. Сейчас я вам вставлю фотографию в доказательство, как выглядит оригинал и как выглядит мой, как бы, мое изделие. Сейчас, там дело в том, что очень рыхлая вязка, и все как бы падает, да, очень красиво эта вязка падает. Там, соответственно, в пряже в составе надо почитать, что там есть. Все зависит от пряжи, и она прекрасно там обвисает и прекрасно ложится. Вот, поэтому выглядит как будто бы там два, с изнанки два ряда, а с лица, вернее, два на один, да? Два ряда лицевые с лица видно, и один изнаночный. На самом деле, девчонки, нет. Там классическая платочная вязка, просто она растянута, все. Я связала. Теперь, девчонки, внимание, показываю. Растянутая платочная вязка. Вот как выглядит. И показываю оригинал в приближенном состоянии. Вот здесь мое опровержение тому, что это не платочная вязка. Это платочная вязка, поверьте мне, девчонки. Вот она, растянутая. Видите? Просто такой эффект имеет пряжа. Обвисать. Это достигается за счет взятых толще спиц. Это летняя вещь. Плотность нам не нужна, как бы теплота. Нужен сам эффект. Вот он. Так, итак, когда мы довязали, вот как я говорила, до момента проймы, мы будем делать вот этот скос. Каким образом? Делать будем незаконченными рядами. Здесь мы сделаем горловину, вернее, вот здесь вот опять видите, я в экспрессе нарисовала так, и здесь нарисовала так. На самом деле вот так вот это будет, то есть плечико ровненько, а здесь будет скос. Здесь ровненько, а здесь скос. И вязать мы будем незаконченными рядами. Еще по поводу одного совета, что это можно вязать погоном. Да, действительно, можно снизу, погон снизу. Кто более опытный, кто знает, о чем идет речь, понятное дело, что эту модель можно вязать погоном, соединив спинку и передние две детали, довязанные вот до вот этого момента, и вывязывая по плечу погон. Я же этого делать не буду из тех соображений, что
вязать могут новички, и им не совсем будет понятно, как эта деталь. Ну, в общем, чтобы не усложнять, скажем так, еще хочу сказать, что я постараюсь, пока у меня процесс обдумывания, я пока в подвешенном таком состоянии, еще оно не устаканилось у меня в голове, я надеюсь, устаканится, пока я до капюшона довяжу. Ну, в общем, хочу сделать цельновязанный капюшон. Вот, чтобы избежать, максимально избежать швов, чтобы у нас изделие, оно же все-таки летнее, и каждый лишний шов, он уплотняет это все дело и искажает, да. Так что я хочу попробовать сделать без швов. Итак, незаконченные ряды по 2 петли. Оставила 2 петли, повернула работу, воздушная петля для соединения потом, и вяжу до конца ряда. В каждом ряду мы вот не заканчиваем 2 петли. Пряжу, девчонки, пишите в комментариях, чтобы вы использовали. Вы знаете вашу пряжу. Намечается у меня в ближайшем будущем партнер с пряжей, которую, я надеюсь, все-таки можно будет приобрести везде. Вот. И я очень надеюсь на это партнерство в ближайшем будущем, потому что неудобно мне, неудобно вам. И будет удобнее всем вязать из такой универсальной пряжи, которую можно приобрести в любой стране. Да? Ну, соответственно, уже понятно, что это будет турецкая пряжа. Так, вот, 2 петли не довязала. Но зато мы с вами будем говорить на одном языке по поводу пряжи. Чему я несказанно рада. Это я вас подготавливаю. Все еще в процессе переговоров. Но, тем не менее, надеюсь, скоро это все будет закончено. Вернее, договорено. Вот, таким образом я вяжу незаконченные ряды. Здесь оставляю по 2 петли. 2. Вот таким вот образом приближаюсь к горловине. Сколько мы вяжем? Мы вяжем, мы меряем вот эту вот часть. То есть до плеча мы вяжем. До плеча минус 3 сантиметра. То есть здесь у нас должно остаться минус 3 сантиметра на этот вырез. То есть сейчас мы довязали сюда, да, до линии проймы. Далее мы меряем, сколько нам нужно до плеча. Вот, ну, от общей длины отнимите то, что вы связали, да. Вот, и еще минус 3 сантиметра вяжем вверх. При этом делая незаконченные ряды. И здесь у нас будет вот такой вот скос вырисовываться. Девчонки, смотрите. Вот я уже как бы это плечо сделала. Ну, это по моей мини-версии, да. У вас же будет понятное дело ваше. И еще ж учитываем то, что он обвиснет, обтянется вниз. Это тоже учитываем. Далее, что мы делаем? Нам нужно сделать горловину. Вот я обозначила середину детали. Вот. Посредине. И вот визуально я вам рекомендую использовать вот классическую схему для спинки. То есть средние петли закрыты. Если вот общая как бы ширина нашей горловины приблизительно 20 сантиметров ориентировочно. Может быть, пару сантиметров меньше, пару сантиметров больше. Это уже корректируйте по своему размеру. Вот, по центру мы закрываем петли, и потом вот такими вот ступеньками 3, 2, 1. То есть считайте, сколько вам нужно на ваши 20 сантиметров закрыть петель. И здесь 3, 2, 1. Вот, остальные петли сюда закрытые бы. То есть здесь 6 для закругления выреза, и остальные вот здесь вот. Это по поводу расчета. Я здесь делаю всего 6 сюда и 6. Раз, два, три, 6. Сейчас посмотрим. Может, не 6. Так.
Так, раз, два, три, четыре. Нет. Я сделаю. Раз, два, три. Нет. Это мало. Семь. По 7 петель у меня будет. Итак, я разделила пополам, решила, что у меня здесь будет 14 петель. Горловина. Раз, два, три, семь. Это я, чтобы не потеряться. Раз, два, три, шесть, семь. Так, и теперь я буду заканчивать вот таким вот образом. То есть вот так вот незаконченными рядами. Ой, уже здесь ничего не видно. Рисунок с первого видео. Значит, продолжим здесь. Значит, сейчас я вязала вот здесь вот незаконченными рядами. Теперь они пойдут вот таким вот образом. И здесь у меня будет 3, 2, 1. Вернее, у вас будет. Центральные петли вы просто оставляете не провязанными. Сейчас я все буду показывать. То есть вот он мой скос. Так, здесь у меня конец горловины, вот обозначенный. И здесь, у вас здесь 6 петель, у меня 1. Давайте я сделаю точно так же. 3, 4, 5, 6, которые потом у меня будут. И вот здесь вот у вас по центру у меня остается 2 петли, а у вас же то количество петель, которые в разнице между, ну, с этими, то есть 12. Общее количество петель для горловины минус 12. Вот здесь вот должно остаться. То есть половина здесь и половина здесь. Ну, то есть по центру эти петли. И возвращаюсь. Здесь у меня обозначено просто конец горловины. Так. Возможно, у меня тут не хватит петель на плечико, но у вас однозначно останутся вот здесь вот на плече петли. Поэтому не пугайтесь. Даже если не останется, ничего страшного не получится, не будет. Вот. Итак, теперь у меня 3 петли, то, что я говорила. Воздушную петлю не считаем. 1, 2, 3. Поворачиваемся. Так, здесь я по 2 оставляю для скосов. Поворачиваемся. Теперь 2. Видите, вот 2 петли. В следующем ряду будет 1. Вот она 1. Вот как раз у меня петель хватило. Так, и вот она 1, которую мы просто здесь оставляем. И теперь, что я делаю? Далее я просто соединяю эти все петли. Воздушную петлю провязываю со следующей, лицевой. То есть соединяю все мои незаконченные ряды. Теперь сейчас мы перейдем просто на ту вторую сторону, и у нас будет, что у нас в итоге будет, все петли у нас останутся на спицах. Что с ними делать, ну потом я вам все покажу. Вот при этом будет вывязан скос плечевой и горловинка. Вот образом. Так, теперь изнаночный ряд. Куда мы вяжем изнаночный ряд, девчонки? Мы изнаночный ряд вяжем вот сюда, вот до следующего как бы незаконченного ряда. И заканчиваем вторую половинку. То есть мы вот здесь вот дошли до верху, потом
пошли сюда вязать и вернулись сюда. Теперь мы перейдем сюда и здесь вот незаконченными рядами закончим. Вернее, я неправильно нарисовала, опять же, вот так вот. Вот мы перейдем так, а потом мы опять же соединим и это плечико. Так, здесь по горловине делаем то же самое, соединяем. Я подробно, конечно, на укороченных рядах не останавливалась, девчонки. Я думаю, что вы уже в курсе, что это такое, как это делается. То есть я быстренько так на этом. Моменте. Так, сейчас я здесь просто проскочу. И делаем все то же самое. Видите, скос продолжаю делать, а здесь сделаю горловину. Вот что у нас на этой половинке, вот у нас вырисовалась горловинка и вырисовался скос. Эта половина у нас уже готова. Так, здесь у нас вот это центральная одна петля и одна петля. Опять мы как бы так и начинаем, так и делаем, как в прошлый раз. Так, здесь две петли по скосу, как обычно. А там 3, 2, 1. Вот сейчас мы начинаем 3. Одна петля это мои центральные петли, которых у меня нет. У вас же там будет центральные петли. Так, здесь у меня сначала 3. Теперь в этом ряду 2 петли. То есть поняли, да, что вот эти 3, 2, 1 незаконченные, вот они, 3, 2, 1, воздушная петля не считается. Это для всех размеров. Все остальные петли пускаем центральные, вот сюда, там, где у меня 2. У вас же может быть и 10, и 20, и сколько угодно. Так. Вот последняя одна, и здесь мы соединяем точно так же. Здесь уже соединяем. Провязывая воздушную петлю со следующей петлей вместе. Здесь у меня одна петля потерялась, ну неважно. Так, далее мы провязываем вот этот вот еще один ряд, чтобы соединить эти петли здесь вот. Но можем провязать до конца, а можем провязать до половины, как бы до маркера. Вернее, нет, не до половины, сейчас я вам покажу. До плеча, до третьего маркера. Так, вот, после вот этого маркера мы еще соединим эти петельки горловины. И довяжем до третьего маркера, то есть до плечика. Ну, чтобы нить у нас не была бесхозной, да? То есть по центру мы ее оставим. Можно, конечно, довязать и вообще до конца ряда. Тогда, ну, пока я оставлю, а потом я решу, потому что потом. Вот, у меня, в принципе, ничего не видно.
здесь горловина должна быть выемка, но это она потом нарисуется, а плечика здесь видно вот таким вот образом. Знаете что, я сейчас довяжу до конца. Я хотела показать, как бы, нет, давайте я довяжу до конца все-таки, чтобы было виднее саму деталь вам, потому что вот так вот вам не видно. Горловинка тут у нас, ну, не пускает, короче, леска. Ну, вот так вот. Здесь скос, здесь у меня скос, а здесь горловинка. Вот наша спинка уже готова. Далее, что мы делаем? То, что я говорила в первом видео. Одна моя полочка, и вот вторая полочка. Я уже так вчера вечерком связала, чтобы вы понимали. Значит, что у нас здесь? У нас здесь 1/2 спинки. Вот у нас конспект с прошлого видео. Посмотрите его. И 1/2 спинки. Плюс 10 петель планки. Вот я так и сделала. Ну, тут там подразумевалось 10 сантиметров. Я сделала 10 петель, потому что у меня мини-версия. Вот. И довязала вот до вот этой вот точки. Карман не делала. Карман буду шить. Вот, вот, что мы смотрим. Значит, у меня здесь 30 петель, так как здесь у меня 60 было. Здесь 30 плюс 10, здесь 30. Значит, вот эта полочка, понятно, половина спинки. Набрали, провязали, продублировали резинку и продолжаем до скоса вязать платочной вязкой. Что мы делаем с правой полочкой? Что я сделала? Смотрите. Значит, вот они 30 петель. Я отделила лицевой петлей, вот она на изнанке. Это делать не обязательно. Я отделила, чтобы вам было видно, где эта планка и где, как бы, основная деталь. Вот планка у меня будет отогнута сюда. Видите, вот стык ее, начало-конец, вот начало детали. А здесь у нас планка. То есть здесь будет вот крепиться молния, которая потом прикроется этой планкой. Вот таким вот образом. Значит, здесь у меня кромочная 3 лицевые, 1 изнаночная, 4 лицевые, 1 изнаночная. Что делать не обязательно. Вы просто делаете подгибку на планку. То есть вы сами решаете, сколько ее будет ширина, сколько петель ее будет ширина. У меня это 4 петли. Вот таким вот образом. 5 петель, по сути, 5 петель, да? Вот, и довязала я до скоса. Теперь, что буду делать сейчас? Сейчас я... Так, что я делаю сейчас? Я делаю... Так, вот это у меня сейчас я вяжу вот эту вот полочку. И я сейчас вот довязала до этой точки. Сейчас я незаконченными рядами приближаюсь к горловине, которая у нас будет глубже, которую мы можем посчитать по спинке. Сейчас что мы с вами и сделаем. Вот что я делаю. Сейчас я вяжу здесь без изменений. Вот сейчас вам покажу, как у меня здесь 1, 2, 3 лицевые, 1 изнаночная. То есть 4 по сути петли, если считать и кромочную. И здесь 1, 2, 3, 4 и 1 изнаночная. А здесь далее продолжаем незаконченными рядами до горловины, до верху. Сейчас посчитаем сразу же визуально. То есть здесь с этой стороны у нас горловина, а с этой будет скос на плечо. Две петли, поворачиваемся и вяжем далее. Так, что же касается высоты, вот берем мы нашу спинку, и нам наша глубина вот эта вот, да, должна быть где-то 10-12 сантиметров вот сюда. У меня будет пусть вот так вот, ой,
Так, у меня пусть будет вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, 10 рядов. Значит, мне нужно посчитать вот эти вот ряды. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 на 4. Это будет 56 рядов. У меня должно быть провязано от резинки. А это значит, что совсем чуть-чуть. В общем, 4 ряда я вяжу сейчас вот таким вот образом. И потом буду делать горловину. Итак, я провязала, сколько там мне нужно было, высоту совсем чуть-чуть. И теперь, что мы теперь делаем? Мы делаем тот же вырез. Придется мне снять тут один маркерочек. Значит, вот это у нас планка, которую мы сейчас, когда мы довязали до вот этого момента, когда нам нужно делать горловину, мы ее убираем. У меня это 10 петель, 9 я закрою. Одну оставлю на кромочную. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, что такое? Так, вот. Значит, вот она наша планка, которая у нас потом сошьется. Вот, сейчас мы ее закрываем, мы ее аннулируем. Все, дальше она у нас не продолжается. Дальше что мы делаем? Мы отделяем вот это вот расстояние, которое здесь у меня было на спинке 7 петель, помним. И здесь я добавила одну кромочную, то есть теперь оно у меня 8 петель. 2, 3, 4. То есть половина вот этого расстояния со спинки. Плюс одна кромочная петля. И здесь я буду делать то же самое. 3, 2, 1, да, помним. Значит, это первый ряд, который я вяжу в конец незаконченными рядами. Тут уже просто лицевые петли. Здесь у нас по 2 петли. Поворачиваемся. В принципе, все то же самое. Теперь мы довязываем вот эту половинку, как бы вверх незаконченными рядами, потом соединим. Так, здесь у нас раз, раз, два, три, и здесь, да, две и три петли, вот я их оставила, по сути, вот так вот, нет, вот таким вот образом, это центральные эти петли, которые у нас должны быть центральными, у вас, у меня их нет, да, вот они две, и далее уже будет по три петли, как бы. Теперь у нас наша троечка. Вот, раз, два, три. Поворачиваемся, то есть делаем вырез. Что хочу сказать, что понятное дело, что можно делать этот вырез, закрывать петли, что упростит задачу. Но если вязать этот летний как бы вариант толще спицами, как вот все оговаривалось, девчонки, каждое лишнее закрытие, оно нехорошо сказывается потом в конечном итоге. Так что пробуем делать вот наш скос, а здесь наш вырез горловины. Так, теперь две, вот, раз, два. Вырез у нас рисуется. Здесь мы продолжаем вязать вверх.
И придется пару петель здесь добрать. Тут уж ничего не сделаешь, потому что здесь нам нужно довязать до верху. Ой, лицевыми. Видите, вот здесь вот я просто как бы вяжу нормальным вязанием, но ничего, мы эти петли там пару штук доберем вот, вот буквально вот сейчас. Так, вот теперь мы все соединяем. Там высоту у вас может быть больше, у меня это получилось как бы 6 рядов. Вот из каждой кромочной я здесь вывязываю по одной петле. Это дополнительные, как бы в горловину. Раз, два, три. Ой, господи, это. И нам нужно определить, как бы. То есть теперь у нас по горловине петель больше, чем по спинке, по переду. Раз, два, три. Вот здесь у нас маркер. Это мы добрали здесь петли. Здесь мы соединяем классическим образом. Так, что же мы делаем вот здесь вот? Смотрите, сейчас мы соединим это все дело. Значит, что у нас, как у нас выглядит это здесь? Вот он наш скос, вот он скос, вот она наша горловина, из которой мы сейчас, видите, вот это те петли, которые были, 8, и 3 дополнительные петли, которые мы добрали из кромочных, потому что мы подняли здесь вот. Вот, теперь нам нужно добрать. Если у нас будет капюшон цельновязанный, вот здесь вот в капюшон у нас уйдет еще плюс 5 петель, 5 сантиметров. То есть половина вот этой планки, которая у нас пойдет на подгибку капюшона. Вот, то есть эти 5 петель мне сейчас тут нужно добрать. Раз, два, три, четыре, пять. И вяжем ряд до конца, и все, и пока оставляем. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь пусть будет изнаночная тоже, чтобы видно было этот сгиб. А здесь вяжем до конца, и соединив петли плеча. То есть вот по сути у нас здесь уже вот эти до маркера, это петли капюшона уже. То есть мы капюшон будем вязать цельновязанный. Добавим петли по спинке. Вот эти петли плеча мы сейчас сошьем со спинкой. Так, вот наша передняя деталь. Что делаем? Взяла я крючок, девчонки. И теперь я сошью вот это плечико. Кстати, а вот он мой маркер. Крючком. То есть мы уже поняли, да? Вот маркер у нас. Начало горловины здесь и здесь обозначен. И вот эти вот петли плеча я сейчас крючком сошью, чтобы вы уже понимали, как бы, где мы находимся.
Вот, я закрыла эти петли, сшила плечо одно. Это все у нас до маркера, то есть петли горловины у меня остаются открытыми. Притом вот эту вот петлю я тоже одеваю, она тоже у нас будет задействована. Этот маркер уже не нужен. Да ладно, я сейчас вот эти вот, хотя вы знаете, вот чтобы начало ряда было, они все правильно, у нас все правильно, я вот эти вот петли переодену, и мы потом вязать будем отсюда. Вот, вот он у нас, этот ряд, все хорошо. То есть я их просто переодеваю для того, чтобы освободить вот эти вот спицы и довязать вторую полочку. Вот. И получается, что у нас, что вот они, петли капюшона у нас уже вот подготовлены. Нам осталось привязать еще, пришить сюда еще одну полочку, вот эту вот, которую я полностью дублирую с этой, но только без вот этих вот, я вот прям сейчас начинаю, сейчас я вам вязать незаконченными рядами. Горловина у меня будет отсюда, вот здесь я буду делать скос плеча. Таким вот образом я попыталась все как бы свести в одно полотно максимально. Еще пришьем мы с вами молнию и карманчик сделаем. Я думаю, у вас все, девчонки, получится. Так, две петли я не довязываю. Это вот сторона у нас боковушка. Теперь вяжу еще 4 ряда, так как у меня не хватает до нижней горловины. Вот, совсем чуть-чуть, вот здесь я нахожусь. И потом буду делать вот с этой стороны горловину. Итак, что я делаю? Здесь у меня незаконченные ряды, это плечо. А здесь у меня, что хочу отметить, здесь я добавила одну петлю кромочную, то есть, ну, изначально, то есть у меня здесь не 30 петель, а 31, поэтому я смело здесь отсчитываю 8 петель. Как и на предыдущей как бы детали, вот здесь вот. Так, я отметила горловину. Теперь здесь все то же самое делаем. Так, здесь я оставляю, господи, две петли, да, потому что помним, у нас 6 петель идет для округления, а 2 петли это мои, у вас же здесь может быть 10, 15 и так далее. То есть все остальное, что у вас остается от 6 петель на горловине, уходит сюда. Поворачиваемся, еще раз покажу там вверху, как вязать. Так, здесь у нас 3 петли. 1, 2, 3. Поворачиваемся. Ну, опять же, все те же наши 3, 2, 1. Хотя для передней детали можно сделать 5, 4, 3, 2, 1. Это уже можете разгуляться здесь, как бы улучшить этот вариант. Но я просто уже, я максимально пытаюсь упростить для новичков, чтобы все было минимально запутывающееся. Вот, поэтому вы горловину можете сделать более плавный переход, круглый и так далее. Я же его делаю простым, скажем так, чтобы совместить его же с этим, с капюшоном, да. Вот, теперь 2 у нас, вот они 2. И чтобы капюшон у нас был цельновязанный. Кстати, цельновязанный капюшон, тоже ваш совет. Все по вашим советам, девчонки, все. Либо опровергаю, либо все по вашим советам. Так что в это видео у нас сплошные ваши комментарии. Там еще по поводу планки писали, что
на обоих как бы полочках она двойная, как бы с подгибом. Не, неправда тоже, это я опровергаю. Нет там на нижней, на левой полочке там нет двойной планки, вот этой подгибки. Она только вот это, только на правой полочке, которая прикрывает молнию. Это опровергает. То есть два комментария из ваших не сработали, но неверные. Вот. Все остальное, да, в точку. Так что так, вот здесь вот я вяжу перед маркером, вот я поднимаюсь вверх, уже вяжу просто изнаночную петлю и поворачиваюсь, то есть классический край, и потом добираю вот эти вот петли. Когда уже сделали 3-2-1 при спинке, это уже конец вязания, а передняя деталь, она у нас продляется еще, высоту довязывается. У вас может быть не 3 ряда, у вас может быть больше рядов, но вот сколько у вас кромочных, вот из каждой кромочной вы добавите по одной петле потом в финале. Вот. Вот таким вот макаром. Сейчас я уже так, теперь что я делаю? Теперь я соединяю вот эту вот часть, вот плечо наше. То есть тогда, когда вы довязали до нужной высоты, неважно, сколько вы провязали вот здесь, вот сколько у вас вот эта вот часть, да, это не важно. Вот, когда вы довязали до нужной высоты, вы вот эти вот петелечки соединяете. Так, теперь что делаем? Теперь я присоединю плечо. А здесь у меня две рабочие нити. Одна со спинки, которая мне в принципе-то и не нужна. Я ее обрежу сейчас. Мне нужна будет только вот эта с передней детали нить. Эту я сейчас аннулирую. Крючочком сошью опять же. Так, что у меня здесь? Вот незаконченные ряды. Вот, вот оно, поднятое как бы вязание. И теперь я соединяю плечо. Так, вот я уже довязываю. Теперь что я делаю дальше? Так, вот я у плеча, к спинке я добавляю эту одну петлю и далее набираю вот здесь вот петли. Мне нужно 3 петли. 1, 2, 3. Здесь я вяжу, соединяю, ну как обычно, да, и вяжу до конца ряда. То есть соединяю петли горловины. Вот что у нас на данном этапе есть. Сейчас мы посмотрим. У нас по сути на спицах остались все петли горловины, то есть капюшона так называемого, вернее капюшона. Вот они, вот она наша горловинка, и вот он наш капюшон. Здесь у меня будет подгибка. Вот, и здесь тоже нужно набрать эту подгибку. Вот петли капюшона у нас по горловине есть. Плечо у нас сшито,
здесь сшито, остались петли. Так, теперь я добираю еще сколько, 5 петель, да? Здесь, кстати, у меня толще спицы, я просто на передержке у меня было. Это все. Так, 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, вяжу я теперь. 1, 2, 3, 4, 5. И вот эта петля сейчас, это изнаночный ряд, она будет лицевой. А в лицевом ряду она будет изнаночной. То есть я сделаю точно так же, как и... Ну, на планке, да, чтобы отделить как бы капюшон. Просто для того, это делать не обязательно. Это я делаю для того, чтобы вы как бы могли, чтобы вы видели. Так, это у нас изнанка. С лица у нас все красиво будет. Если вдруг где-то какая-то, вот видите, протяжечка, дырочка, ничего страшного, вы просто подтянете потом крючочка, иголочкой поднимите там, подшить, поднять, это в принципе, ну, вообще-то, я думаю, оно все рассосется и само, не будет там, это я уже снимаю, вот здесь, кстати, у нас здесь нить, которая мне не нужна, вот видите, она тоже лишняя, здесь мы ее убираем и делаем узелок, можем узелок не делать, можем, кстати, это я зря сделала, что отрезала, вы оставьте подлиннее, потом этой нитью сошьете, ну, если вдруг там появится дырочка. Вот. Так, ну вот и все. Теперь я вяжу вверх. Высота капюшона у нас где-то 35 сантиметров, 35-40. Ну, по большому счету, в этой модели капюшон у нас декоративный, да, его никто не будет носить, он просто как декоративный элемент, поэтому тут уже, смотрите, если вы, так как я, любите объемный капюшон, чтобы скрыть свою сутулость, как бы замаскировать, то вяжите его выше, если же нет, любите поменьше капюшончик, то вяжите ниже, 35 сантиметров. Я, допустим, бы вязала 40 сантиметров, да, чтобы его разложить по плечам красиво. И вот это дело все прикрыть. Вот почему люблю капюшоны? Потому что я сутулюсь, и под капюшоном это все великолепно скрывается. Все, я вяжу вверх, допустим, 30 сантиметров. И дальше у нас на скос уйдет 10 сантиметров. Вот здесь вот у меня дырочка образовалась, которую придется иголочкой замаскировать. Все, девчонки, вяжу капюшон. Так, вот смотрите, я провязала вверх мой цельный капюшон. Теперь вот по центру мне нужно делать сокращение. Что это значит? Это значит, что я буду вязать вот таким вот образом. Вот, допустим, вот весь мой капюшон. Здесь у меня будет по 3 петли провязано. 3, 3, 3. Сколько? Вот на высоту где-то, если у взрослого, если брать взрослый капюшон, то это на высоту примерно 10 сантиметров. Я же сделаю несколько раз. Мы вычисляем, где у нас центр. У меня 48 петель здесь. И я 48 и 49, вернее, 24 и 25 провяжу вместе, а потом в следующем как бы лицевом ряду эти петли будут ведущими. Эта петля, вернее, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, вот центр. Я их 24 и 25 провязываю вместе. Далее просто она будет из этих трех центральная. Изнаночный ряд без изменений. В каждом, ну, через ряд. В каждом лицевом ряду. Делаем вот эти вот как бы сокращения.
провязала изнаночной и в лицевом ряду. Где тут наша петелька? Вот она. Ее пометьте маркером. И вот она, ведущая. Видите, вместе здесь. А вот она. Петля отсюда, петля отсюда. И провязываем 3 вместе. И так в каждом лицевом ряду. Так, вот я вам покажу. Вот мои сокращения. Вот эти 2 вместе, 3, 3, 3. Вот таким вот образом. И они формируют нашу макушку. Смотрите, какая красивая получается макушка. У меня она маленькая, у вас будет где-то вот так вот высотой. И она закруглится прекрасно. Теперь я сошью капюшон точно так же. Для этого я провяжу ровно до середины, до вот этой вот петли ведущей. И крючочком сошью это все дело. Вот. И получается, что нам остается из вязания только обвязать рукава, манжет на рукаве. Ну а далее уже берем иглу в руки. Так, лицевая сторона вот здесь вот у нас. Обязательно складываем лицевой стороной вовнутрь. Теперь начинаем. Вот она, вот эта вот петля. Перепроверю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Все правильно. Здесь она одна лишняя. То есть я беру ее как бы как ведущую и по одной петле с каждой спицы. И точно так же, как плечика, я сшиваю капюшон. Вот. Так, капюшон готов, девчонки. По сути, кардиган готов. Вот. Это, конечно, с изнанки. Но еще сейчас мы все будем совсем работать, дорабатывать. Вот. Он, конечно, у нас потянется вот так вот вниз. И сейчас мне нужно сделать еще вот эти вот манжеты. Манжеты у меня будут. Так, здесь мы отталкиваемся от середины и смотрим по ширине, сколько мы хотим. Далее считаем кромочные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значит, 10 сюда, 10 сюда. Вот таким вот образом мы набираем. То есть я наберу 20 петель. А вы смотрите по ширине. Визуально я бы сказала, что там... Сколько, как думаете, визуально? Ну, по ширине руки плюс 5 сантиметров, я бы сказала. Ну, то есть полуокружность руки плюс 5. Если окружность руки плюс 10. Так, чисто визуально, так, навскидку. 3, 4, 5, 6, 7, 10. 8, 9, 10, 11, так, 11, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8 9 10 11. Вот я набрала, теперь вяжу платочной вязкой. В высоту садится батарея, быстро скажу, сколько вяжу, вот такую вот высоту, то есть чтобы у меня была как бы подгибка соответственно этой планке. То есть я сейчас ставлю заряжать батарею и свяжу 2 манжета. Что я вам хочу сказать, показать, что я взяла, разутюжила эту вещь, и теперь смотрите на узор. Это для тех, кто не верит, что это платочная вязка. Это растянутая платочная вязка. Все, этот вопрос и закрыла. Значит, вот такой вот у нас такая вот деталь. Ну, вернее, уже кардиган готовый. Значит, что я сейчас буду делать? Здесь нам нужно будет подшить манжет. Так, давайте по порядку. Сначала давайте мы... Так, давайте мы начнем с молнии. Да, и я вооружаюсь булавочками, чтобы весь процесс вам подробно рассказать. Не буду прям так шить. Значит, что нам нужно сделать? В первую очередь, вот мы понимаем, что здесь у нас будет планка, и она будет ложиться вот таким вот образом, да, на эту молнию. Значит, что нам нужно? Нам нужно, если вот посмотреть на вот эту планку, нам нужно приложить молнию зубцами вниз и пришить ее. Но пришить так, чтобы вот это вот как бы... Так, давайте так. Вот если у вас по лицевой стороне вы к правой полочке, вот она, прикладываете молнию, отгибаете и прикалываете, ну, как бы... наметываете, да, вот таким вот образом, максимально близко к зубьям молнии, максимально, девчонки. У вас соответственно молния будет распашная, ну, расстегивающаяся. Я просто беру, чтобы показать сам процесс этой молнии. Вот этот язычок, сейчас все я вам буду объяснять, все нюансы, чтобы у вас была красивейшая молния. Потому что этот нюанс, я думаю, застопорит многих. Поэтому я постараюсь максимально подробно объяснить. Потому что связать то связать, это одна вещь, а еще вот это. То есть вы ее приближаете саму как бы не в край молнии, а максимально зубцам молнии. Вот так вот, чтобы потом уже вот мы могли захватить здесь вот за... Ну, сейчас все увидите. Значит, для начала вы прикладываете лицевая сторона молнии, то есть, ну, лицевая сторона молнии, лицевую совмещаете, отгибаете и приметываете так, чтобы максимально попасть под, как бы, к зубцам молнии. Ну, я сейчас прищу, потом далее будем разбираться. Так, смотрите, вот я пришила, да, вот так вот, видите, максимально к зубцам, и вот так вот это уже выглядит здесь, на лицевой стороне, очень красиво. Я иглу оставляю, пока ничего не буду с ней, как бы, обрезать, сейчас все теперь, то есть процесс пришивания я вам не показываю, потому что, сейчас кусочек покажу потом. Значит, что я сделаю здесь? Здесь у вас, девчонки, в конце вы длину молнии выбираете, не выбирайте длиннее. Если, понятное дело, что молнию вы прям впритык не подберете, выбирайте чуть-чуть меньше. Вот внизу, если останется у вас пустое как бы пространство, это ничего страшного, это нормально. Здесь максимально подгоняйте под верх, ну, то есть собачка вверх. Остаток, если не хватает, здесь у нас в свободном полете. Далее, что я делаю? Далее я складываю вот эту вот планку, и мне нужно ее сшить, эту планочку, сверху и снизу. И сверху
таким вот образом. Чтобы не зацепить молнию, она у нас потом будет прятаться в капюшон. Сейчас все увидим. Только планку сшиваем. Вот здесь вот хорошо видно, что ой, ушел сгиб у нас на лицевой петле. Ну, у вас, возможно, ее не будет, а может даже для удобства и сделайте эту лицевую петлю. Значит, сшита у нас планка там и там. Я ее просто отворачиваю. Я ее отворачиваю. Вот молнию. Здесь булавками можно скрепить. Вот таким вот образом, чтобы ничего у нас не гуляло. Зафиксировать. Потому что пришивать мы будем вот здесь. Вот, вот для чего я и сделала эти полосы из лицевой петли, чтобы нам удобнее было как бы сделать ровную планку, ориентируясь на эти полосы. Вот, значит, я вот это скалываю, наметываю. Вот такая вот планочка у нас, уже она вырисовывается красивенькая. Лучше, конечно, наметать, но я для экономии времени булавочками. И теперь, что мы делаем? Где моя ниточка? Вот она. Сколола и нитку заколола. Так, теперь же. Так, еще раз. Красиво выравниваем. Если здесь будет выглядывать чуть-чуть вот эта лента, это не страшно. Ее еще мы спрячем левой полочкой. Теперь наша задача. Вот пришить молнию так, чтобы она у нас, вот смотрите, как раз на эту изнаночную петлю, вот здесь она лицевая, а тут она изнаночная. Вот я и буду шить по вот этой вот изнаночной петле, при этом захватывая молнию. Вот смотрите, вот таким я стежком шила, пришивала молнию, и все, я буду шить таким стежком. Сейчас я вам покажу. То есть здесь я шью по изнаночной петле. А здесь у меня идет шов по молнии, по краю молнии. Конечно же, вам лучше наметать, потому что мне удобнее, потому что маленькое, ну, изделие маленькое. Вам лучше это все дело наметать. Видите, чтобы шов был в краешек. Нити возьмите швейные в тон молнии. Молнию я специально взяла, ну, специально, я же не готовилась к этому, я взяла то, что у меня и было. Поэтому, если вы будете шить швейными нитями в тон, и молния у вас будет точно в тон изделия, то вот этого безобразного шва будет не так видно. Вот. А вообще, кто владеет швейной машинкой, эти все строчки можно сделать швейной машинкой и не мучиться. И все будет ровно, красиво и профессионально. Вот, намного аккуратнее будет, чем вот этот мой. Что еще можно сделать? Можно, конечно же, ленту пришить, замаскировать этот шов. Ну, то есть... Здесь как пришивается, да, ленточка. Но это уже нюансы. Я вам показываю сам процесс, как бы. Вот, я пришиваю сюда до конца сейчас. Так, вот. Половина молнии у нас пришита. Не судите строго за корявые стежки. Я знаю, меня сейчас захейтят. Ну, в общем, у вас будет 100% ровнее. Моя задача показать не ровный шов, а сам процесс. Значит, куда мы деваем вот этот вот хвост? У нас есть отгибка, вот эта подгибка капюшона, под которую мы его прячем. И хорошенько, вот здесь у нас сгиб. Вот хорошо, что я сделала эти лицевые петли. Хорошо видно. Я даже, видите, одной и той же нитью. Я не напрягаюсь. Вот здесь вот подшиваю это все, этот сгиб, отгибку, подгибку, вот, при этом маскируя прекрасно кончик молнии.
Вот и все. И смотрите, у нас все здесь получается красиво. Просвечивается, потому что молния серая. Была белая, все уже было бы здесь красиво обработано. Вот, еще осталась вторую сторону. Ну, а эту мы сейчас вторую сделаем. Значит, я сейчас подошью вот этот вот капюшон. Но не до конца, чтобы потом молнию тоже туда впихнуть. Я сейчас вот так вот его подошью и краешек оставлю свободным. Так, капюшончик подшила. Теперь вторая часть молнии. Теперь, девчонки, внимание, внимание. Что мы делаем? Нам нужно совместить, вот смотрите, вот, ориентируемся на резинку, чтобы у нас красиво совпала резиночка. Это еще я подутюжу, подровняю, но тут самое важное, чтобы совпала вот резинка. У меня резинка как раз заканчивается на вот этом вот, на вот этой штучке. Тут просто у меня может быть небольшая деформация из-за того, что я утюжила. Я утюжком это все исправлю. Здесь мы тоже совмещаем таким вот образом. И вот здесь вот тоже равномерно все распределяем. То есть первым делом, неважно, первым делом низ вверх обязательно совмещаем, чтобы все было красиво. Планочка, капюшончик, молнийка, все, чтобы было спрятано красиво. И далее распределяем равномерно центральную часть, потому что это, мы понимаем, это вязаное полотно, может быть, перекосить поначалу, потом оно, конечно же, примет свои формы. Вот максимально приближаю к молнии, к зубцам. Здесь тоже, кто владеет швейной машинкой, пришейте лучше. И при том, что пришейте, сейчас расскажу, как шить на машинке, тоже вам расскажу. Кто шьет, тот меня поймет. Кто не шьет, тот шьет руками. Тоже ничего страшного, все будет очень красиво, если пряжа, молния, все будет в тон. Не переживайте, там маленькие косячки, ничего страшного. И эффектный вот этот вот кардиган, поверьте мне, компенсирует все. Вот, значит, вы распределили. Если вы шьете на машинке, девчонки, значит, что вы делаете? Вы трогая полотно вязаное, кладете на зубья машины, то есть вниз, и едете, строчите по молнии. Значит, вот так вот в краешек одну, как бы полосу первую. Потом вторую. Это вторую вы уже строчите. Шьете по, как бы по верху, то есть, чтобы подровнять вот эти вот краешки. И у вас все будет красиво, то есть двумя строчками на машинке. Я шью вручную. Игла у меня здесь вот. Я дошила. Видите? Теперь здесь опять конец молнии я продеваю вовнутрь, благополучно ее маскирую и потом пришиваю молнию к левой полочке. Все, края у нас красивые, спрятанные. Если у вас будет нормальная молния, которая расстегивается до конца, то здесь у вас вот этих вот корявых краев не будет, у вас все будет красиво. Поэтому вот так вот. Значит, я сейчас пришиваю, и потом мы двигаемся дальше к карманам. Так, молния пришила. Вот она. Здесь в оригинале у нас там еще кнопки пришиты. Вот на кнопочке еще застегивается. Но я этого делать не буду, просто потому что у меня их нет. Но
Вы хотите, пришейте, не хотите и не пришивайте. И так будет красиво, еще я утюжочком пройдусь по этому всему и думаю, и так будет красиво капюшончик. Смотрите, красиво лежит, с отворотиком, все очень красиво. Уже я сделала один рукав, чтобы попробовать, и кармашек. Смотрите, красивый карман. Сейчас мы его будем делать, девчонки. На нем я остановлюсь тоже достаточно подробно. Вот, со всеми нюансами. Значит, первым делом мы определяемся с отверстием на карман. Вот, чтобы здесь у нас было равное как бы количество рядов. Ну, на спинке, на передней детали. Ну, в общем, чтобы это было соответствовало друг дружке, этот карманчик. Да, чтобы он у нас никуда не уехал. Посчитайте по рядам. Ой, опять уехала. Я где-то вдаль от камеры. Значит, еще раз. Вот, размечаете карман и следите за тем, чтобы он соответствовал. Вот количество рядов здесь. Ну, резинка понятна. Здесь между булавочками. Это мое отверстие в карман. 12-15 сантиметров – это классическое отверстие для кармана. Поэтому смотрите, девчонки, что касается подкладки. Вязать мы не будем. Я считаю, что это не, как бы, не подходит именно для этого кардигана. Вот как я говорила, лучше всего пришить из ткани. Ткань, какую ткань выбрать? Значит, по моему мнению, вискоза где-то 90-92, 8%, 8-10, соответственно. Ну, максимально 5%, вернее, минимально 5% эластана, 2% не годится, девчонки. Вот такая вот вискоза, которая она получается, здесь у меня 92,8, эластана 8, она тянется во все стороны. Вот как ее не тяни, она тянется везде. Что это значит? Это значит, плюс ее не надо обметывать, она вообще не сыпется. То есть ее режете как хотите, и она абсолютно не сыпется, что очень удобно. Во-первых, не будет лишних швов. Во-вторых, не надо обметывать. И у кого нет машинки, зачем лишние как бы проблемы. Да? Значит, саму выкройку, я думаю, выкройка кармана, подкладки кармана можно легко найти на интернете, либо произвольно вырезать. Смотрим вот здесь вот от входа. У нас сюда должно быть где-то, ну, хотя бы 3 сантиметра и вверх 2. Это ориентировочно для большого как бы кармана. И тут сам кармашек обрисуйте, вырежьте. Вот, ткани много не надо, сантиметров 10-15 купить полоску ткани, и вам хватит на этот карман. Значит, первым делом, что мы делаем? Первый карман, значит, передняя деталь, внимание. Берем вот так вот. Нет, вот. Деталь кармана острым кончиком вверх, а тупым вниз. Вот вверх мы оставляем меньше, вниз оставляем больше, как бы зазор. И вот так вот пришиваем внахлёст. То есть туда у нас уходит совсем чуть-чуть. Просто вот можно прям впритык, а можно не впритык, как вам удобно, девчонки. И сшиваем, пришиваем не все, а именно от вот этих вот обозначений. Вот отсюда. То есть только вход в карман. Конечно, маленькое и неудобно. Вы это все дело наметаете, сядете, пришьете. Соответственно, можно на машинке. И до второй метки здесь делаем узел мы делаем на изнанке, если не хотим избежать лишних узлов. Здесь уже можно снять. Вот видите, у меня перекосило, это не страшно. Вот в чем
выгода этой тканюшки. Здесь мы можем прекрасно ее вискозу подрезать. Это первая вещь. Вторая вещь, что она тянется во все стороны, так что она компенсирует любой, ну, как любой, не, конечно, не в 5 сантиметров перекос, но такие погрешности в сантиметр, это все легко компенсируется, и ничего не будет, как бы, в итоге ничего страшного не произойдет. Так, значит, понятно, да, вот на передней детали пришита вот таким вот образом деталька. Теперь на задней. Делаем таким же образом, вот таким вот, то же самое, и пришиваем. Так, до следующей булавочки я пришила. Могу снять. Так, теперь что я делаю? Вот здесь вот тоже я ушла куда-то. Подрезаем. Оставляем сантиметр как бы от края. Теперь складываем. Вот я здесь оставляю эту даже ниточку. Отгибаем вот в свободном, который полете, кончики. И складываем. Будем сразу же, не отходя от кассы, сшивать лицевыми сторонами. Вовнутрь складываем. И вот таким вот образом, смотрите, отгибаем эту подкладку, отгибаем эту и сшиваем саму деталь. Здесь вот поставьте хорошую, как бы, пару таких вот закрепок, чтобы карман хорошо держался. Вот. И далее я сшиваю вот эту вот часть доверху. У вас, если вы закончили вниз, то донизу сшивайте. То есть вот у нас два уха. Вот такие вот. Вот эту ниточку я обрежу. И здесь, вот, да, чтобы вы понимали, от кармана я прошлась и по рукаву. И теперь отгибаю рукавчик, подшиваю его, то есть делаю его двойным. Так, есть. Вот таким вот образом рукав очень простым, просто его сшиваем и подшиваем, подгибаем. Далее, что у нас еще осталось? Осталось снизу сшить. Здесь тоже совмещаем хорошенько. И шьем от низу и до вот этого. Отгибаем вот эту подкладку и сшиваем прям к подкладке. Так, вот я дошла до стыка. Здесь я делаю пару закрепок. Теперь далее нам осталось сшить подкладку. Таким образом мы ее берем, отгибаем так, как она у нас будет лежать, то есть сзади. Вот здесь вот хорошо мы все раскладываем, то есть
уже разутюжить можно, значит, что мы делаем здесь? Видите, она может не совпадать, соответственно, это не страшно. Здесь у нас, если есть как бы свободное пространство, вернее, вот этот припуск на карман, мы его подшиваем к боковому шву. И сшиваем подкладку. Подкладку вот выравниваем, не совмещаем, а именно выравниваем, чтобы она легла очень ровненько, естественно. И сшиваем. Потом лишнее просто обрезаем. У вискозы это все очень просто. Поэтому я вам ее и порекомендовала. Все, девчонки, вроде бы все нюансы разобрала. Здесь вот кончик можно либо пришить тоже к шву, либо сойти на нет, то есть убрать вверх как бы язычок вот этот наверху. Тут уже на ваше усмотрение. Ну и соответственно лишнее обрезать. Все. Мы повторили Брунелло Кучинелли. И не важно, что в мини-версии, правильно же? Главное, что мы это сделали. Сейчас я немножко приутюжу еще его и покажу уже в готовом виде. Так, девчонки, вот разутюжила я. Смотрите, какая красота. Я думаю, видео получилось максимально полезным. Вот. Ну, тут молния наша, тут, понятное дело, кнопочки. А, карман, карман. Самое главное. Вот карман. Что единственное, что хочу сказать. Вот он в шве. Соответственно, тканюшку тоже выбирайте в тон. И единственное, что, возможно, кромочные вот эти я бы вязала лицевой петлей. И тогда краешек будет красивее оформлен. Вот такое вот у меня упущение, поэтому вот здесь вы можете вязать кромочную лицевой и будет красивее. Вот карман он внутри. Все. На сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Великая школа рукоделия. Всем пока-пока.